Жидовский гений, так писали о нем в польских газетах. Стоило ему пересечь границу СССР, как рецензенты начинали повторять: приехал еврейский артист. Что это было? Знаменитый сценический прием, мгновенная трансформация или смена масок? Шалом, с вами Лена Музык. Сегодня в выпуске расскажу вам о великом советском артисте. Герой нашего выпуска – Аркадий Райкин. Фельетонист, актер, человек со множеством лиц, ставший не только символом эпохи, но и воплотивший в себе целую эпоху в искусстве сатирического и юмористического разговорного жанра на эстраде. Кто защитил юмориста от репрессий, почему отец был против карьеры сына и как Райкин получил Московский театр «Сатирикон»? Интригующие ответы прямо сейчас. Аркадий Райкин родился в Риге в 1911 году в еврейской семье. Как и положено почетным евреям, все Райкины были отличными медиками. Мама Елизавета Борисовна – акушеркой, а отец Исаак Давыдович Райкин работал портовым бракером строительного леса. Кроме Аркадия, у родителей росли еще сын Макс и две дочери – Белла и София. Когда началась Первая мировая война, семья переехала в Рыбинск, а затем в Петроград. Здесь, в школьные годы, к Райкину приходит увлечение театром. В медики Аркадий идти не хотел и 6 лет мечтал о карьере в цирке. Папа Исаак Давыдович отрицательно относился к увлечениям сына и говорил ему: «Еврей-клоун – ни за что». Отцу не удалось уговорить Аркадия стать врачом. В 1935 году он заканчивает Ленинградский техникум сценических искусств, берет уроки пантомимы и сценического движения. И с 1936 по 1937 год работает в Новом театре, но вскоре покидает его. Начал свою актерскую деятельность Райкин как киноартист, но в целом карьера в кинематографе для него была не особенно успешна. Признание пришло к актеру в Москве в ноябре 1939 года. Тогда Аркадий Райкин стал лауреатом первого всесоюзного конкурса артистов эстрады, выступив с танцевально-мимическими номерами «Чаплин» и «Мишка». В конце 30-х годов по стране бушевали репрессии и ГУЛАГ. Сценические юмористы, шутившие на актуальные темы, боялись за себя. Но грузин и большой шутник Сталин ценил хороший юмор. И в 1939 году Аркадий Райкин был приглашен выступить на закрытом банкете Сталина и умудрился опоздать на вечеринку. Закончив свое выступление в могильной тишине после острой шутки, молодой Аркадий с облегчением услышал, как вождь поднял тост и сказал: «Побольше бы таких юмористов». В 1939-м Аркадий Исаакович был принят в труппу Ленинградского театра эстрады и миниатюр. Спустя 3 года становится художественным руководителем этого театра. Во время Великой Отечественной войны Аркадий Райкин давал концерты на фронте, а после войны Райкин продолжает работу в театре миниатюр и снимается в нескольких картинах. Война свела Райкина с Брежневым. В составе фронтового коллектива Аркадию Райкину довелось выступить на Малой земле под Новороссийском, где воевал полковник Леонид Брежнев. Эта встреча позволила юмористу получить лояльность и поддержку могущественного генерального секретаря КПСС. Но только раз в жизни Райкин обратился к главе СССР с личной просьбой. В конце 70-х юмор Аркадия достал ленинградский обком партии, и над Аркадием сгустились тучи. Его театр «Миниатюр» стали лишать дохода, отлучили от телевидения за антисоветчину. Именно тогда Райкин попросил Брежнева перевести его в Москву, что Леонид Ильич сделал. В 1983 году Ленинградский театр Райкина получил здание бывшего кинотеатра «Таджикистан» и стал радовать Москву своим творчеством. Театр переименуют в «Сатирикон». Сегодня это знаменитый театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. В 2002 году в Санкт-Петербурге театру эстрады было присвоено имя Аркадия Райкина. Мастер пантомимы и перевоплощений поддерживает нас и сейчас. Его номера и спектакли необычайно актуальны и в наше время. Вокруг Аркадия Райкина всегда собирались талантливые артисты. Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Мария Миронова, Эдуард Хиль, Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Виктор Ильченко и другие.
В 60-х-70-х Ленинградский театр миниатюр пользуется бешеной популярностью у публики. Талант артиста ценили как соотечественники, так и зарубежные зрители. В 65-м году вместе с труппой театра Аркадий Исакович отправился гастролировать по Англии, где концерты получили теплые отзывы. Артист много сотрудничал с другими коллегами. Например, находясь на гастролях в Одессе, Аркадий Райкин встретил молодых артистов Михаила Жванецкого, Романа Карцева, Виктора Ильченко и Людмилу Гвоздикову. Вместе они создали ряд запоминающихся эстрадных сценок, из которых наиболее знаменитой стала программа «Светофор». В 61-м году Райкин играет первую интермедию Жванецкого «Разговор по поводу». Через 3 года они создают театральную программу «Светофор», где Аркадий Исакович исполняет ставшие безумно популярные миниатюры «Авас», «Дефицит», «Век техники» и «В греческом зале». В своих номерах сатирик высмеивает как пороки людей, так и политической системы, но делает это интеллигентно и корректно. Фельетоны Аркадия Райкина публика принимает с восторгом. Зрители нескольких поколений надолго запомнили шутки Райкина, которые легко уходили в народ. Основой одной из них стал номер «Авас», который Мэтр показывал вместе с Карцевым. Всю свою жизнь Аркадий Райкин за кулисами был замкнут и был довольно жестким человеком. Чрезвычайно требовательный к себе, он многое требовал и от других. Юморист часто бывал в ресторанах и всегда стремился попасть на кухню, чтобы убедиться в свежести блюд и чистоте поваров, которые готовили для него. В одежде Райкин покупал самое лучшее. Его роскошные костюмы шили в Риге на заказ и доставляли самолетом или поездом в Москву. Проторив дорожку, достигнув успехов и всесоюзной любви, Аркадий Райкин открыл дорогу в артисты и родственникам. Конечно, не по блату, а по таланту и труду. Свидетельством этого являются многочисленные звания и премии СССР. Жена, Руфь Марковна, была артисткой. Младший брат, дочь и все внуки тоже артисты. Ну а знаменитого сына Константина Райкина, директора отцовского театра и блестящего актера, знают все. В 1983 году авторитетного Аркадия Исаковича Райкина позвали в антисионистский комитет советской общественности. Он был собран из верных режиму популярных советских евреев по приказу ЦК КПСС, чтобы противостоять массовой миграции советских евреев в Израиль и пропаганде успехов сионизма. Аркадий Райкин не вошел в состав членов этого странного коммунистического кружка, но в заседании поучаствовал с грустным выражением лица. Как говорится, тот случай, когда отказаться было невозможно. Очень интересная история знакомства Аркадия Райкина с единственной супругой Руфью Марковной Йофи, которую ласково называл Рома. Впервые Аркадий увидел ее еще мальчиком, когда выступал со школьной самодеятельностью на концерте. Позднее он встретил девочку на улице, но снова не решился познакомиться. И только спустя много лет, когда Аркадий уже оканчивал вуз, в студенческой столовой молодые люди в очередной раз столкнулись и договорились пойти в кино. После сеанса Райкин сделал своей Роме предложение. Влюбленные поженились в 1935 году, и вскоре в семье появилась дочь Екатерина, которая будет женой 3 знаменитых актеров – Михаила Державина, Юрия Яковлева и Владимира Коваля. А сын Аркадия и Руфь Константин Райкин сам стал знаменитым артистом и руководит детищем собственного отца – театром «Сатирикон». С женой Аркадий Исакович прожил душа в душу без малого 50 лет. Отношения актера и его жены стали примером как для их собственных детей, так и для всех, кто знал эту чудесную пару. Аркадий Райкин почти всю жизнь был болезненным человеком. Еще в 13 лет будущий артист сильно простыл на катке, заработав такую страшную ангину, что врачи были уверены, что мальчик не выживет. Через 10 лет болезнь вернулась, и снова доктора опускали руки. В тот момент повезло, что тесть настоял на непопулярной операции – удаление гланд. Райкин выжил, но навсегда заработал ревмокардит. Последние 3 года актер страдал болезнью Паркинсона, от которого у него сковывались движения, мимика и даже речь.
Тем не менее, артист при первой же возможности посещал родной театр и передавал дела сыну, которого очень любил. Скончался Аркадий Исакович Райкин 17 декабря 1987 года. Причиной смерти посчитали последствия ревмокардита. 20 декабря актера похоронили на Новодевичьем кладбище на 10-м участке. В 2001 году фото артиста появилось на почтовой марке. Артист назван эпохой в истории театра. Удивительно, но мэтру до сих пор не установили памятника ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, если не считать монумента с масками на его могиле на Новодевичьем кладбище. Хотя столичные власти неоднократно обещали исправить эту оплошность. Аркадий Райкин вошел в историю мировой культуры как олицетворение эпохи непревзойденного юмора, острого слова, феноменального мастерства сценического перевоплощения. Создал уникальную галерею остро-сатирических и лирических портретов в театре, кино и на эстраде. Для миллионов людей в 20 веке с именем Аркадия Райкина была связана их вера в справедливость, добро и в правду. Каждое выступление артиста проходило с грандиозным успехом. Его окружала поистине всенародная любовь. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда. На этом все. Увидимся ровно через неделю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии.